Омск РТС обвинили в нарушении санитарных норм. Жители микрорайона Серебряный берег в соцсетях пожаловались на то, что из кранов горячей воды бежит холодная вода. При том, что период планового отключения горячего водоснабжения давно закончился, а омичи негодуют, почему им приходится оплачивать квитанции по горячей воде и при этом кипятить воду в кастрюлях и чайниках, чтобы помыть посуду, искупать детей и помыться самим. В доказательство своих слов жители многоэтажек записали видеообращение к руководству области и города, а также ведомств, контролирующих работу коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, с просьбой повлиять на ситуацию. И даже замерили собственными силами температуру воды, которая течет из горячего крана, около 30 градусов. При том, что согласно нормативам температура должна быть от 60 до 75 градусов по Цельсию. Посмотрим, что у нас получилось. Так, 31 градус. Это, конечно же, нарушение санитарных норм. В РТС нам предлагают спускать воду и ждать, когда пойдет горячая вода. Ну, извините, за чей счет я должна выливать тонны воды ежедневно, еще и платить за нее, как за горячую? В Омск РТС объясняют некачественную услугу заботой об омичах в зимний период. По словам представителей теплоснабжающей компании, в преддверии отопительного сезона на тепловых сетях проводятся гидравлические испытания. При проверке труб специалисты выявили течи, провели ремонт и сейчас снова проводят гидравлические испытания, чтобы в отопительный сезон не произошло никаких ЧП. Только после завершения этих работ вода в кранах омичей вновь станет горячей. В компании заверяют, горячее водоснабжение возобновят 13 августа. А за все время, что омичам приходилось терпеть неудобства, можно получить перерасчет платы за коммунальную услугу. Для получения перерасчета нужно, чтобы управляющая компания дома обратилась в Омск РТС для составления акта, где будет указан период, когда началось некачественное горячее водоснабжение, и период, и окончание этого периода. Соответственно, за весь этот период будет сделан перерасчет. То есть не нужно обращаться индивидуально к каждому жителю, нужно, чтобы управляющая компания обратилась в Омск РТС.